Я считаю, что очень было бы по-другому в стране. Не поддержи их. Потому что они нажились на других совсем. У меня было приватизационное, у сестры 5 было, у другой. Мы собрали, поставили, а то кучу, у нас все пролетело, мы ни копейки нигде не получили, нигде ничего. Поэтому здесь, если убрал бы Путин сразу всех вот этих олигархов, нажились просто ни на чем. Заводы, фабрики, прибыль только получали. А что они построили? Везде горит, везде все. Это же народ говорит. Все говорят, возмущаются. Ой, вырезайте это, а то меня посадят.